Так, вторая часть. Нас прервали немножко. Так, тут пришел человек, мужчина, который все-таки нашел ценность в женщине, да, расклад из потока. Что он к ней чувствует? Чувствует солнышко, понимаете? Это женщина, которая всегда грела. Чувства к ней теплые. Женщина, которая, с которой все было закончено. Все рубанулось, да? Вот так вот. И человек работает сейчас над чем? Над чем-то человек сейчас работает. Над тем, чтобы дать ей понять, что он, она для него единственная. То есть, вы знаете, здесь даже может показывать семейную пару. То есть, у них были узы. Это не только человек, да, как сказать-то, у которых нет, здесь человек, скорее всего, да, здесь может показывать как просто пару, да, людей, точно так же может показать здесь как тайная женщина, вариант есть тайной женщины, точно так же есть вариант, что все-таки это жена. Либо человек нашел вас ту единственную. Императрица – это на самом деле карта единственной женщины. Это карта, которая показывает, насколько человек вас выделяет, ставит вас над всеми. То есть вы – это главная женщина в его жизни. Это может быть как жена, так и женщина тайная, которую вот человек все-таки стал сейчас понимать, что она над... Короче, самое лучшее. Нету такой больше. Он понимает, что он доставлял вам только одни головняки. Были одни ограничения. Что-то человек не давал, либо не хотел. Но он понимает, что он доставлял какой-то, блин, жуткий дискомфорт. Что еще ты чувствуешь к этой женщине? Он вас... выбрал. Наконец-то он сделал свой выбор в вашу пользу. Он очень хочет, чтобы возобновились общение, хотя бы общение. Он уже не говорит о каких-то чувствах. Он хочет, чтобы вы открыли дверь для него. Открыли дверь, впустили в свою жизнь. Не вообще как вот, чтобы все как раньше было, да, а хотя бы просто вот, чтобы он мог с вами общаться, говорить о чем-то. Ну вот, хоть как-то принадлежать вашему миру. Что еще хочешь ты? Расскажи нам вообще, как ты сейчас поживаешь. Он и говорит, что было все, была любовь. Также может девочки показывать, что были треугольники. Из этого всего нафиг все закончилось. Все закончилось. Закончилось старое, да, началось новое, а это новое нифига не радует. Понимаете, сижу я, да, в темнице сырой. То есть человек понял ценность женщины, как всегда, уже тогда, когда познал какое-то сравнение. Как ты думаешь, что женщина чувствует к тебе? Честно говоря, ничего. Он думает, что ситуация настолько затянулась, ситуация настолько висящая в воздухе была, что у вас, как он считает, все закончилось. Вы устали от него, устали с ним, устали сама с собой, вообще устали по всей ситуации, видели, что уже что-то беспросветно все, нету ни сил, ни возможностей, ни хрена, уже все, все. Вы устали, полностью выжились. И выжились, короче, полностью.
Давай тебе еще несколько карт. Что ты хочешь донести до женщины? Ты пришел, сказал. Что она должна сделать, что она должна понять, как ты считаешь. Хотя она никому ничего не должна. Да, он ничего не считает. Он считает, что входа в эту дверь уже не будет, что вы переросли уже, понимаете, все это. Вы уже переросли те отношения. Вы переросли легкие отношения, переросли. Я даже склонна, девочки, думать, что, скорее всего, по треугольнику про легкие отношения говорится. Тут просто мужчина ценность в женщине нашел, да? Все-таки поставил на пьедестал ее, теперь ей молится. Ситуация тяжелая, она его убивает. Человек на вас подсел конкретно и слезть не может. Ситуация такая, что она просто его свалила и вне зоны действия сети, увы. Он не может до вас добраться, и это ему еще тяжело. И понимает, что легких отношений вы уже точно не примете, что вам это не надо, что вы уже не будете ничего терпеть, не будете терпеть того, что он никогда ничего не делает, что он эгоистичен. А покупкам это всегда так. Да, что больше льют воды, чем что-либо делают. Ну да. Вы просто не видите. По пятерке пентаклей вы уже просто не видите с ним хорошего будущего. Девочки, вы не видите в нем того человека, с которым было бы спокойно, надежно и круто. Вы не видите по пентакли, вот тут две карты, да, пятерка пентаклей и жезла, король, говорит, что вы не видите вот такого человека в нем. Не видите, не видите стабильности, нестабильного, не видите ответственного, не видите человека слова. Вы не видите в нем больше такого человека. Хотя вы надеялись, что он таким будет. Ну, такого нет. Давай последнее, что ты хочешь передать ей от себя, не о своих ощущениях, что ты ей хочешь сказать. Передай от себя, от души. Он говорит, что хоть вы ничего и не видите в нем больше, но он человек, который любит. И как бы он хотел вам сейчас предложить вот этого вот любовь, свадьбу, там какая-то стабильность, типа ответственность, да, что я буду все делать, вы уже не упадете к нему. Вы уже будете думать, что как ты был треплом, так ты треплом и остался, да. Что ты можешь только вот выпивать всю кровь, которая есть в женщине, выпивать всю красоту, да, только говорить. Ну и совет вам, девочки, по этому поводу. Девочки, найдите, опять же, вот советы, и прямо у меня карты, найдите в себе ценность. Вы ценна, понимаете? Вы королева жезлов, вы ведьмочка, вы та, которая может все, понимаете? Просто любите себя, все. У вас еще куча всего по тузу пентаклей, у вас
шансов на красивую, классную жизнь, на реализацию и даже на хорошего, стабильного мужчину, который будет за вас нести ответственность, которому у вас будет любовь, у вас, пожалуйста, любовь у вас точно, любовь у вас будет однозначно, потому что шанс на это точно есть, потому как в мир транслируете вы женщину обалденно вкусную.